Всем привет, с вами Джага, мы продолжаем играть в Френбоу. Ну, как бы так вот, и еще волшебник сказал пойти и принести его колпак. Пошли и принесем колпак волшебника. А что делать-то? Кажется, зимой он сказал идти наверх этой чудесной горы, и она пробудилась что-то по-другому. Тут есть колпак, действительно, колпак. Ёшки-матрёшки. Кто осмелился разбудить меня? Кто? Я Френ, простите за беспокойство, но ну, вы живой, я Френ. Френ очень это все объясняет. Не знаю, что это значит. Ну, это... Я тоже не знаю, но это мое имя такое. Ладно, мое имя Котрем. Хочешь знать, почему? Конечно, расскажите. Боже, как интересно. Котрем значит рожденный в небесах. Я был звездой. И родился в космосе. Все логично. Огонь. Никогда не встречала звезду. Приятно познакомиться. Мне тоже приятно, Френ. Итак, что тебя привело? Великий волшебник велел принести колпак, если вы не против, я... Я не могу его отдать. Я разведен. Что? Что значит разведен? Мне нужен колпак, сэр, и это очень-очень важно. Не могу, если отдам тебе колпак, земля пострадает. Тебе придется найти другой способ попасть домой. Король сказал, что другого способа нет. Прошу, помогите мне. Я сказал, не могу. Меня бросила жена, она прикрывала мою вершину. И если я сниму колпак, моя раскаленная лава всех убьет, в том числе тебя. Ой, боже ж ты мой, ёшки-матрёшки, где сейчас ваша жена? Может, я смогу ее вернуть? Она решила, что она может жить отдельно, и что я, в общем, я не успел прочитать. Так что она порвала со мной, у меня не было шанса спросить, почему. Я так скучаю по ней, ой-ой-ой. Значит, у нее свой собственный остров. Вы знаете, где она? Думаю, она на воде, иначе бы я чувствовал ее присутствие. Но я не чувствую. Моя любовь, моя жена и все такое. Я пойду поищу ее, ладно? А затем вы отдадите мне колпак. Только если она вернется, иначе ты знаешь, что произойдет. Ну, разве вы можете положить голову на что-нибудь другое, сэр? Например, камень или что-то еще? Нет, мне нравится этот колпак. Хорошо, я скоро вернусь. Так, значит, остров на воде где-то было там, где лодка была, а лодка была... Я знаю, ты одиноко. Здрасте. Позволь мне быть твоей мамочкой, дай-ка покормить тебя. Будь на моей стороне. И у тебя появится много друзей для игр. Я не хочу, чтобы ты была моей мамочкой. Ты страшная, ты мне не нравишься. Френ Мурмяу, с кем ты говоришь? А там сейчас ты женщина... Ни с кем, котик. Показалось. Так, где-то... Что нам надо было найти? Я забыл уже. На лодке к острову поплыть. Во. А лодка где-то здесь. Вот она. Только надо... Нет. Да. По-моему, когда прыгнул в лодку, кот стал больше. Ну, может, так и должно быть. О, там такого не было. Ну, значит, все правильно. Ау, мисс, проснитесь, у меня для вас сообщение. Здравствуй, вестник. Добрый день. Да, мисс, я вестник любви. Любви, ой, но ты не розовая. Ну, и розовая, нет, я коричнево-зеленый вестник любви. О, вестник любви, хочешь что-то поведать, а? Да, конечно, я здесь во имя любви, чтобы вернуть вас обратно к вашему мужу. О нет, он меня обидел, никто не имеет права меня обижать. Может, он не хотел причинять вам боль, что он сделал? Он был так горяч, из-за этого полюбила. Теперь же он стал холоден и скучен, я была брошена и много плакала. Он выращивал красивый красный цветок, чтобы показать свою любовь. Но в этом году ничего не выросло, и знаешь что? Я одна его защищала, я просто хотела немного признательности, вот и все. Но, мисс, если я найду цветок, вы вернетесь? Наверное, но у меня не осталось надежды. Теперь у меня свой остров. И котов заведу. Буду независимой, сильной женщиной. Посмотрим, смогу ли я найти красный цветок. Вы знаете, где он растет? Всегда у основания. Этим он отличается от других цветов. В основании чего, мисс? У основания моего мужа, конечно же. Принеси его, я вернусь. Как будто мы его, этот цветочек, уже не нашли. Использовать цветочек с маленьким островом.
Мисс, я нашла его, смотрите, красный цветок. Спасибо тебе, он такой красивый, ты действительно вестник любви. Спасибо, мисс, вы должны вернуться к мужу, он очень по вам скучает. Увидимся там в зимнее время. Она ходит. Как теперь это развидеть, это ужасно. И она плавает и не тонет, как это возможно? Нет, утонула. Но, блин. Да блин же ж, ну ё-моё, ладно. Довольно странно. Куда-то сюда, потом куда-то наверх. Тут еще этот бар. А, да, зимнее время. Вот она. Хи-хи, очень приятно вас видеть вместе. Теперь я бы хотела получить колпак. Огромное тебе спасибо. Никогда не забуду, что ты сделала для нас. Давай, дорогая, забирайся наверх. Ха-ха-ха. Ой, доктор Лов, достижение. Ужасно. Это ужасно. Серьезно. Правда? А вот и колпак. Еще раз спасибо. Здорово. Спасибо, сэр. Мне нужно дать колпак великому волшебнику. Пока. Ну, ладно. Пускай. Это еще как-то приемлемо. Так, колпак. 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 Изучить. Колпак великого волшебника, он хочет его назад. А я думал, он на голову его хочет. Но, раз уж назад, так назад. Вот ваш колпак, сэр. А мой колпак, я чувствую, как знания пронизывают мое тело. Я счастлив. Замечательно, сэр, что дальше? Подарок от почвы, фрукт. Фрукт. Создание случайно выбранных элементов, чтобы мы могли есть. Прекрасно. Да, это потрясающе. Да, фрукт говорит со мной. Он говорит, книга. Моя книга знаний, она в библиотеке. Но знай, книга может прятаться, так что ты должна быть настойчивой и терпеливой. Хорошо, сэр, тогда я пойду в библиотеку. Подожди, тебе потребуется пароль, чтобы зайти внутрь. Дай-ка подумать. Думаю, там должно быть что-то про то, как мы учим, или... Ага, я вспомнил, пароль следующий. Вашими чувствами легко манипулировать, отключите их перед обучением. Я постараюсь это запомнить, что это значит? Это значит, что мы часто позволяем манипулировать нашим разумом. Мы всегда должны следовать здравому смыслу. Никто никогда не должен вам указывать, что думать и во что верить. Будьте голодны к знаниям, и вы будете постоянно эволюционировать. Это сделает вас свободными, и вы будете дожить каждые секунды своей жизни. Как по мне, учиться и думать очень весело, и любознательность в этом помогает. Я пойду в библиотеку и найду вашу книгу. Чё ждёшь? Иди. Так, второй предмет, второе задание. Теперь книга. А библиотека, где она была? Я чтобы ещё помнил. Тут была, нет? Нет, нет, это не библиотека, это этот, как его? Волока. Механический. Библиотека была где-то... Где-то... Вот здесь вроде. А как бы наверх забраться? Или нет? Это, ну, это как бы сам... Ёшки-матрёшки. Ты помнишь, Фрэн? Ты убийца. Ты маленькая психопатка. Такие девочки должны быть наказаны. Упс. Делай, как я говорю, делай, как я, Френ. Прыгай. Я не хотела их убивать, я не хотела. Ах, Мурмяу, моя милая, не слушай этих злых созданий, ты сильная. Гони их своей головы, моя дорогая. У меня сумасшедший котик, скажи мне. Нет, дорогая, ты должна быть сильной, не позволяй морочить себе голову. Сказал кот, не сумасшедшей девочке. Мой котик, я чувствую себя разбитой, в груди болит. Моя дорогая, с тобой не плачь, я так тебя люблю. Мурмяу и все такое. Я тоже тебя люблю. Нам нужно идти дальше, пойдем в библиотеку. Ну, наверное, правильно идем? Так и вот, все правильно.
Эй, ты там. Жук. Стой, где стоишь. У тебя есть пароль? Да, есть. Ну, хорошо, какой пароль? Дайте-ка вспомнить слова. Что-то вроде «Ваши глаза и уши ограничены цензурой, закройте их перед обучением». О, хорошо, что это значит? Не знаю, сэр, но, может быть, если вы меня впустите, я смогу понять. Знания повсюду, даже в тишине и в тьме. Проходи, развлекайся. В библиотеке. Таран-ран-дан. Пау. Книга знаний, которая нужна... книга знаний. Так, ты кто? Здравствуйте, сэр, что вы делаете? Стрекоза... он. Стрекозел. Ищу свою собственную особенную книгу. А почему вы на лестнице? У вас есть крылья, вы можете летать. Потому что лестница сделана, чтобы ее пользовались. А что, если она мне нужна? Тогда тебе следует подождать своей очереди. Это очень срочно, я не могу столько ждать. Тогда следовало прийти пораньше. Извини, мне нужно искать. Ладно, морковка. Это морковка? Привет. Привет, почему ты не читаешь? Потому что мне нужно найти особенную книгу. О, особые книги очень хороши, и та, что я читаю, тоже очень особенная. Здорово. Что ж, продолжу искать свою собственную особую книгу. И репка какая-то. Привет, что ты читаешь? Книгу с множеством букв. Порой некоторые буквы кажутся страшными. О, может, стоит почитать что-то с кучей картинок? В следующий раз, дорогуша, а теперь, если не против, я буду читать. Извините, простите. Так, что еще тут? Ну, тут книги. Свеча. Я вижу так много книг. Не думаю, что книга... Киликуго. Опечатка великого волшебника просто так вот тут лежит. Я вижу так много книг. Не думаю, что книга великого волшебника на этих полках. Ну, значит, что-то тут. Так. И что тут? Так, это один. Тут две однёрки. И чё? Один. И один. Один и один, два. Два и один, три. Это же там песня ненормальная. Ну, два вроде бы вот это было. Палочка и точка. Два. Вроде такая у них там цифровая система. То есть единичка и точки это, значит, 1 и 2, 3, это вот так вот. 3 и 2, 5. И тут проблема. Что из этого 5, я что-то не помню. Как я должен узнать, что из этого 5? А может и так? Ну это не 5, это 4. 5. Какой же из этого 5? Что вот это 5? Раз, два, три, четыре. Непонятно. Что-то из этого 5. Но что из него 5? Я, честно говоря, не уверен. Как я должен узнать-то, что из этого 5? 5, значит, подожди, 5, потом еще должно быть 8. А потом 13, возможно. Но как мне понять, какие тут цифры? Что за цифры? Как? А, для тупых меня, в смысле, написано. Вот оно что. Так, 4, 5. Вот это 5 в виде буквы Е. Потом надо будет 8. Это будет вот это в виде буквы Е и буквы Т и двух точечек. Сейчас, давайте. Сейчас, значит, Е. Теперь вот Ё. И теперь надо найти что-то там 13. В принципе, тоже можно и подобрать. Ну, давайте глянем по правилам. По правилам. Это у нас 10. А, как же должно быть выглядеть 13? Например, 20 выглядит вот так. 30, ага, добавляется точка к вот этой штуковине. А нам надо что? Нам, наверное, надо, чтобы был вот знак вот этот. 10. Как бы и... Ну, 3. Вот такая палочка. С двумя точечками. Если там такое есть. Как ни странно, именно такое тут и есть. Я сделала это, я молодец. Теперь нужно повернуть рычаг. Поверни рычаг.
Дринк. И что? Дринк. Как будто играла дольше. А, ё-моё. О, это та самая книга. Должно быть, это книга великого волшебника. Я не могу дотянуться, как типично. Но я всегда могу на что-нибудь забраться. На, конечно же, лестницу. Вот она. Такс. Прекрасно. Это как весело. Ну ладно. Простите, сэр, мне нужна книга. Хи-хи. Хи-хи. Что за книга? Покажите книгу. Книга. Ну, это типа сезоны года. Неведомо что. Выглядит интересно. Черти что. Что-то знакомое. Там какие-то две такие уже были. Сросшиеся. Эвано как? Эвано что? Что это вообще? Непонятно. Так, это что? Это в том порядке или в этом порядке? Непонятно. Где-то я эту гадость видел. Все. Один, два, три, четыре, пять. Да, пять тут цифры написано. Зачем, почему, непонятно. Ну ладно. Книга получена. Надо отнести ее этому волшебнику, так называемому. Кстати, скелет в цилиндре. Получается, жители Версты знают о нем. Может, он добрый? В следующий раз я поздороваюсь с ним. Здрасте, мордасте. Пошли отсюда. Так, что, к волшебнику? Сдать книгу? А то что-то... Что-то мы это... С этой книгой-то... Тоже непонятная штука. Так, здесь наверх. Да, что-то я уже путаюсь сюда вот. А еще тут есть бар, в который надо будет как-то попасть. Ах, да, это еще зимой надо все делать. И вот, мы пришли к волшебнику. Волшебник, ну как тебя там? Великий волшебник. Использовать предмет книга с великим волшебником. Сэр, вот ваша книга, она была в музыкальной шкатулке, я видела куклу. Хе-хе-хе, замок Итварда, звучит весело, спасибо за книгу. Она позволила мне вспомнить много чего, много-много вещей. А что теперь? На звезде осталось два предмета. Да, рыба в воде. Ляськи-матаськи. Рыба-рыба, плыви свободно, возвращайся, рыбка, возвращайся домой. Хоп. Нормально. Ух ты, сэр, вы разбудили рыбу. Да, потому что я вспомнил, как это делается. Разве это не прекрасно? Волшебно. Вы можете сделать это с другими существами? Ну, например, с людьми? Конечно, но только при благоприятном стечении обстоятельств. Но обстоятельства чаще всего неблагоприятны. А, я понимаю, сэр. Итак, нам нужно найти оставшиеся камни, да? Рыба сказала мне, что мои туфли на ногах у удивительного танцора. Ты знаешь, где может быть этот танцор? Я не имею понятия. Я думаю, я знаю. Пойду посмотрю. Все? Ну вот. И я думаю, что я знаю. Пойду посмотрю. Я более чем уверен, что он в том самом баре, в который надо теперь как-то попасть. Как-то мы туда попадем, но это уже будет в следующем эпизоде. Всем спасибо за внимание, с вами был Джага, подписывайтесь на канал, ставьте лайки. До новых встреч!